С наступлением ночи вблизи береговой линии активизируются плоскотелые акулы или морские ангелы, которые большую часть дня проводят в спячке. Эта необычная акула чувствует себя здесь как дома. Ее специфическое телосложение позволяет ей жить так, как она жила миллионы лет, путешествуя по морскому дну в поисках мест, богатых добычей, такой как мелкая рыба, различные виды моллюсков и ракообразных.